Юридический институт Российского университета дружбы народов имеет славу элитного учебного заведения, которое готовит специалистов в области юриспруденции для России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Сегодня институт отправляет в самостоятельное плавание еще один корабль своих выпускников, магистров и специалистов. Я отдала этому университету 7 лет, и это были достаточно насыщенные 7 лет. И сейчас, наконец-то, я чувствую, что я выбрала все знания, какие только нужно было получить в этом университете. Большое спасибо за это всем преподавателям. Сейчас я чувствую себя свободной и готовой к новым свершениям. Ощущение, наверное, свободы. То, что мы свободны теперь. Вот. В радости. Безумно счастлив, что мы все уже закончили обучение. Вот. И можем уже профессионально работать со специалистами. За все время своего существования юридический институт РУДН выпустил более 4000 специалистов высокого профиля. Для каждого из них он стал не только местом, где они получили высшее образование, но и вторым домом, в котором их всегда будут помнить и гордиться их дальнейшими успехами. Каждый день в университете он был всегда чем-то примечателен. Это и какие-то забавные ситуации с нашими одногруппниками, и встреча с очень классными профессиональными преподавателями, с иностранными лекторами. Институт подарил своим уже бывшим студентам не только знания и навыки. Он научил их быть честными, мудрыми и справедливыми. Ведь именно эти качества помогут ребятам в будущем стать востребованными специалистами. Теперь страна может быть уверена, что права ее граждан в надежных руках. Ведь сегодня на арену выходит новая смена высококлассных юристов. Я бы хотела пожелать всем будущим студентам, выпускникам никогда не теряться. Потому что, да, понятно, вы приходите в университет, чтобы получить знания, но это не только учеба, это и знакомство с интересными людьми, и поэтому так часто бывает, что мы потом расходимся и больше никогда не встречаемся. Так делать нельзя. Нужно встречаться, нужно поддерживать связь. Это на самом деле очень полезно и очень круто, если с течением времени удается сохранить эту связь. Хочу пожелать ему получить, во-первых, новые знания от наших преподавателей, вот, потому что знания предоставляют здесь на высоком уровне, вот, чтобы он нашел новых друзей, вот, и получил достойное образование в РУДН. Екатерина Гульбина, Сергей Мартыненко. Новости ТВ РУДН.